Магаданский детско-юношеский центр чтения победил в конкурсе на создание мобильных библиотек. Лучших отбирали в рамках национального проекта «Культура». Всего по России подали 542 заявки от 82 субъектов. В итоге победили 110 библиотек, включая магаданскую. Теперь ДЮС должен преобразиться, рассказывают специалисты, чтобы соответствовать потребностям посетителей разных возрастов и потребностей. Надо сказать, что этому предшествовала большая подготовительная работа. Мы написали заявку. Был создан дизайн-проект пространства будущего детско-юношеского центра, который станет очень интересным, очень современным. Будет проведена полная модернизация. Сотрудники центра чтения планируют приобрести новые книги и заменить мебель. Подготовительные работы уже начались. По словам специалистов, они хотят сделать в библиотеках дискуссионные клубы и лектории. Детско-юношеский центр чтения по планам полностью преобразится в 2021 году.